Ребят, всем привет! В этом видео я хочу вам презентовать звуки для самолета Bombardier CRJ-200 от производителя Girolon для X-Plane 1011. Я ранее проводил стримы, показывал. В этом видео реально вы можете за небольшую плату получить эти звуки. Ссылка в описании. Значит, в описании есть инструкции, как их скачать. Смотрите, то есть делайте донат на PayPal либо на Kiwi кошелек, других у меня нет, к сожалению. В принципе, можете на карту перевести с карты на карту СБРФ. В описании укажите CRJ-200 и свой электронный адрес. Ссылка на скачивание придет через 15 минут. Ну давайте по салону немножко пройдемся. Послушайте, какие звуки. Так, давайте пройдем. Так, справились с проблемой. Значит, мы находимся в салоне. Послушайте, то есть звуки значительно отличаются от тех, что были. Давайте на верхеде понажимаем. То есть такие звуки на верхеде, то есть на верхней панели. Хайдравлик. То есть они уже совсем другие, нежели те, что были дефолтные. Вот это мы в салоне сидим, на заднем сиденье. Слышите, да, как изменяются звуки? Звуки будут работать на любом CRJ-200, но в частности он на последней версии 1.94. Версия совместимость практически с любым, но не с любым, а можно сказать, только вот с Bombardier CRJ-200, на других самолетах он не пойдет. Так, давайте послушаем звуки запуска двигателей. Так, давайте запустим движки, а вот еще я вот этот, послушайте, какие они звучат. Так, давайте запускаем двигатель, послушаем. Start engine right.
То есть звук абсолютно реалистичный, вот и аутентичный. То есть он не резкий, а как раз таки настоящий. Также крутилочки, послушайте, бочонки. То есть бочонки, вот эти крутилки тоже стали естественны. А давление где тут у нас? Баро. Старт engine left. Beacon lights. Taxi lights. То есть его еле слышно, но звук очень хороший и качественный. Звуки реверса тоже отличные, кстати. То есть эффект присутствия просто потрясающий. А если вспомнить первые версии, CRJ-200 не просто ужасный. Но сейчас хорошо проработали, ребят, молодцы. И все это добро, точнее звук, я вам раздаю, читайте в описании. Your seat cushion can be used as a flotation device. To use, roll the cushion from the seat, place your arms in the straps and grab your wrist. Smoking is prohibited in the cabin and lavatories at all times. Federal law requires passenger compliance with lights, smoking, and seatbelt signs. All placards and crew member instructions, including the use of seatbelts, and prohibits tampering with, disabling, or destroying any smoke detector in an airplane lavatory. А, насчет сценария Екатеринбурга, скачан сценарий с сайта xflight.su. А вся информация в группе Laminar Research Explain. А, закрылочки. Сайра, тут аэрофлоты стоят, тягачи он тут ездит. Сценарий хорошо, Екатеринбург проработали, молодцы. Если бы еще Новосибирск, Толмачево также проработали красиво. Вон, смотри, видишь, там даже люди вон спускаются и ходят. То есть вот такие звуки двигателей стали. Очень хорошо, красиво и реалистично. Значит, вы их можете скачать и установить себе на CRJ-200. Читайте в описании. А для тех, у кого нет PayPal, вы можете сделать донат на карту SBRF. Пишите в LS.
Окей, before take off checklist. We need bites. Tickers. On. Strobe lights. Logo lights off. Anti eyes on. Navigation. Vertical speed. Clearance for takeoff. Lock. Cabin crew is for takeoff. Flaps 20. Anti-skid on. Окей, поехали. 60 до упора. Я ж покраснели. Такой был взлет. В принципе, звуки очень хорошо сделали. Потрясающе. Ну все, ребят. Окей. Есть вопросы, пишите комментарии. Все, пока.